Разразился кризис. Секретных агентов единства убивает неизвестный убийца. Возможно, в организации изменник. Отчет военное управление о полном брифинге относительно сложившейся ситуации и тактический обзор предстоящей вам миссии. Не опаздывайте. После брифинга зайдите в тренинговый отдел, чтобы отточить ваши умения. Черт. Привет, Бруно! Как Франция? Ты собрал новые Дредпуль? Я ведь знаю, как ты любишь, чтобы в тебя стреляли. Шучу, шучу. Рада, что ты не ранен. Ты хоть встретил экзотическую соблазнительницу, а возможно две, правда? Как ее звали? Не помнишь. Это ужасно. Конечно же, я голодна. Ты платишь? Тогда давай встретимся у Максимилиана через полчаса. Чао! Thank you.
не очень-то счастлива. Это не совсем то, что я думала. Я не обещал, что это будет весело, как предыдущий бизнес, а только то, что ты не будешь в тюрьме и спокойно будешь спать. Еще вина? Ты первая женщина, которую оперативная группа взяла на работу. Комитет старомоден. Им нужно время, чтобы привыкнуть к мысли, что женщина будет выполнять эту работу. Я все это знаю. Но я буду древней старухой, когда они дадут мне настоящие задания. Ты всегда можешь вернуться к воровству и краже, если ты не можешь жить без развлечений. Черт побери, я не это хочу сказать. Я хочу выполнять серьезные задания. Я устала подслушивать телефонные разговоры и скучных незнакомцев, которые могут или не могут представлять угрозу международной безопасности только потому, что кто-то забыл задекларировать сэндвич в аэропорту Хитроу. У меня не хватает на это терпения, я в этом не разбираюсь. Всегда неприятно оплачивать чьи-то долги, но иногда мы должны немного сдерживать раздражение и скуку. Это формирует характер. Думаю, я уже оплатила свои кровавые долги. Вот как ты думаешь? Один бог знает, как я ненавижу проповеди, но скажу тебе прямо, ты никогда до конца не оплатишь свои долги. Никогда. Мне жаль, что ты несчастна, но ты можешь к этому привыкнуть. Никто тебе ничего не должен. Ты говоришь так, будто я испорченный ребенок. Я же не прошу, чтобы за мной ухаживали. Дайте возможность доказать, кто я есть. Ты права. Я знаю, что тебе тяжело, но я уверен, что ты получишь свой шанс. Никакая мелочная политика в мире не оттолкнет тебя назад. Они провели великолепную работу, не так ли? Понимаешь, что я тебе сказал? Возможно, один из членов комитета нуждается в няньке на некоторое время. Тебе нельзя доверять. Увидимся там. А почему не вместе? Сначала нужно выполнить одно поручение. Ты иди вперед. Мисс Арчер, вас ждут в комнате инструктажа. Агент Арчер, как разумно с вашей стороны к нам присоединиться. Я надеюсь, что мы не причиняем вам неудобства делами международной безопасности. Ни в коем случае, мистер Смит, но очень приятно, что вы упомянули об этом. Я не стремлюсь быть очаровательным. Тогда мне посчастливилось. Я бы посоветовал вам придержать язык. А это наш неподражаемый агент Лоури. Извини, я опоздал, Смитти. Ты сегодня щегольски одет. Оставь свою неискреннюю лесть, старик, это тебе не идет. Я был искренен. Это была единственная вежливая вещь, которую я мог придумать. Ты все еще обижаешься на меня? Уверяю тебя, у меня нет ничего лично против тебя. Ты хорошо служил на много лет, возможно, слишком много. Я глубоко убежден, что в интересах сообщества лучше всего, чтобы ты покинул оперативную работу. И я буду бороться до тех пор, пока ты не займешь руководящую должность. Я не обижаюсь на тебя, Смитти, ты мне просто не нравишься. Я понимаю твое беспокойство, но только потому, что ты слишком стар для этой деятельности, не означает, что я тоже стар. И пока я не буду признан негодным выполнять свой долг, я буду продолжать это доказывать. Я ушел добровольно. Конечно же. Возможно, нам лучше оставить любезности и перейти к сути дела. Прекрасно. Свет, пожалуйста. Сегодня днем мы потеряли еще одного агента, сведя общее число к 7 оперативникам за 10 дней. Мы твердо убеждены, что кто-то систематически ликвидирует наших тайных агентов, что приводит нас к мысли о том, что оперативная группа Клендестейна подвергается риску. Кажется, среди нас предатель. Ты подозреваешь кого-то? Мы подозреваем всех. 7 оперативников? Это же больше половины активного списка. Почему нас не проинформировали? Вас информируют сейчас. Эта ситуация развернулась довольно резко. Убийца оставил лилию, королевское завершение. Если быть точным, на или возле тела каждой жертвы. Это о чем-нибудь говорит вам? Волков. Кто?
Дмитрий Волков. Королевский уход – это его визитная карточка. Его имя мне знакомо. Что вы о нем знаете? Отъявленный мерзавец. А что-нибудь особенное? Только то, что есть в его деле. Родился на Камчатке в 1921 году. К 8 годам был признан вундеркиндом и мастером по шахматам. К тому же времени он заработал и дурную славу тем, что подвергал пыткам соседских животных. Кажется, он вступил в НКВД в 1937 году и служил надсмотрщиком в ГУЛАГе под Киевом. Где был во время войны, неизвестно, за исключением упоминания о том, что в 1943 году под блокадным Ленинградом допрашивал заключенных как офицер СС. Далее он исчезает из поля зрения. А, да, я помню этого парня. Мы раньше имели с ним дело. После войны он снова появился, на этот раз как работник СМЕРШ. Он ведет личную переписку более чем с 1000 приговоренными, шпионами и, главным образом, советскими диссидентами. В 1961 году неудачная попытка убийства оставила его без глаза. Один из наших агентов выстрелил ему в лицо. Ты льстишь мне, но мне не следовало бы это слушать. Он скрылся, спрыгнув с утеса высотой в 70 футов в ледяную воду. Предполагалось, что он выжил, так как не было найдено трупа. Но ходит слух, что сейчас он работает в качестве исполнительного директора в организации под названием ХАРМ. И не стоит объяснять, что это значит. Что нам известно об этой ХАРМ? К сожалению, очень мало информации о них. Но несмотря на очевидный риск, нам необходимо сделать эту работу. В данном случае очень важную работу. Мокрую работу. Точно, а после этой недавней катастрофы только вы двое остались квалифицированными киллерами. Если быть совсем откровенным, агент Арчер, вы получили это задание только потому, что у нас нет другого выбора. Такие деликатные дела не из тех, которые мы обычно могли бы доверить женщине. Эмоциональное непостоянство и убийство — это не очень хорошее сочетание, если вы меня понимаете. Я постараюсь превзойти ваши ожидания. Учитывая то, что я считаю, что вы не справитесь, не следует слишком стараться. Достаточно, у меня нет времени. Остановись у игрушечного магазина, прежде чем ты уйдешь. У них есть несколько новых штуковин, которые ты найдешь полезными. Однако не затягивай слишком долго. Твой рейс в 6:00. Куда мы идем? В Марокко. Агент Арчер, за что сражается ХАРМ? Я еще не выяснила. Попытайтесь узнать, и будьте осторожны, оба. Но мы настоятельно советуем тебе пройти тренировочный курс, прежде чем ты отправишься на выполнение своего первого задания. Существует много нюансов и мелочей, о которых ты должен знать. Если ты хочешь пропустить тренировки, нажми «Выход». Так ты думаешь, что СТ-180 достигнет приличного уровня?
На твоем месте я бы так не думал. Ты хоть знаешь, для чего делаются эти вещи? Они хотят заполучить прибор, который выполняет функции ТР-60 и ТР-61 одновременно. Достань мне атомный ретроскопический анализирующий прибор, сможешь? Но они не понимают, что команда Кланси убивает сама себя только для того, чтобы заполучить ТР-60 для очков. И что изменилось с тех пор, как конструкторы 4 раза это усовершенствовали? ТР-60 был сделан как проникающее устройство, и СТ-180 было изобретено совершенно случайно. Ты слышал, над чем работает команда Каррингтона? Да, над супертихим пылесосом. Если эти вещи такой большой секрет, то какого черта они пишут об этом в газетах Союза? Добро пожаловать на основной уровень. Это задание состоит из нескольких этапов, каждый из которых имеет свой подготовительный курс. Пройди их, чтобы быть допущенным на задание. Теперь иди к станции, которая освещается фонарями. Твой датчик будет реагировать на вещи, которые ты активируешь. Хорошо, теперь можешь переходить на следующий уровень. Свидетели всегда будут говорить с тобой, если ты активизируешь их. Иногда они поделятся полезной информацией, а иногда им просто захочется поболтать. Не показывай им оружие, иначе они не захотят говорить. Отлично сделано. Хорошо, теперь можешь переходить на следующий уровень. Если ты хочешь пропустить упрощенный вариант игры, нажми «Пробел». Поздравления! Ты прошел основной уровень, теперь ты должен пройти усложненный уровень, где ты получишь специальные инструкции для следующего задания. Помни, что новые воспроизведения будут готовы каждый раз перед тем, как ты отправишься на задание. Добро пожаловать на усложненный уровень. Следи за ящиками с боеприпасами. В каждом могут находиться различные виды боеприпасов. Когда коробка опустеет, она исчезнет. У тебя не будет возможности лечиться во время выполнения задания, поэтому тебе придется полагаться на броню, которая защитит тебя от ран. Но помни, что от некоторых ранений тебя не спасет даже броня, потому что она не пропускает воздух. Хорошо, теперь можешь переходить на следующий уровень. На задании всегда смотри на различные сведения, которые могут нам пригодиться. Вот несколько предметов, которые тебе необходимо искать. Чем больше ты соберешь, тем успешнее будет выполнено твое задание. Забери эти приборы, чтобы продолжить задание. Хорошо, теперь можешь переходить на следующий уровень. Тебя могут попросить установить или обезвредить взрывные устройства. Просто активируй устройство, когда будет нужно. Разоружайте мнимых саперов, чтобы продолжить дело.
Хорошо, теперь можешь переходить на следующий уровень. Чтобы тебя не обнаружили, желательно передвигаться тихо. Чем быстрее ты идешь, тем лучше слышны твои шаги. Поэтому лучше всего идти на цыпочках, если хочешь быть осторожен. Отлично сделано. Шум от твоих шагов зависит от материала, по которому ты ходишь. Будь осторожен, когда идешь по кафелю, металлу и другим твердым поверхностям. Лучше всего идти по ковру или по торфу. Хорошо, теперь можешь переходить на следующий уровень. О, у тебя красивые ноги! Если ты не знаешь, что тебя ждет за углом, намного безопаснее сделать шаг и посмотреть, что впереди. Если ты быстро наклонишь голову, то, возможно, в тебя не попадут. Чем ближе ты находишься к врагу, тем легче ему тебя заметить. Поэтому прислушивайся к шагам и разговорам, прежде чем выйти из укрытия. Отлично! Продолжи следующее дело. Используй фонарик, чтобы найти дверь. Твои прожекторные огни — эффективное оружие, но оно может выдать твое местонахождение. Попытайся не давать возможности врагу увидеть луч. Я могу заняться чем-нибудь другим. Иди по желтой линии, чтобы запустить воспроизведение. Привет, Кейт, как твои дела? Митя хочет, чтобы я показал тебе несколько основных приемов по стрельбе с огнестрельного оружия для повышения квалификации. Карабин Хэмптона — это единственное в мире по-настоящему тихое огнестрельное оружие. Конечно же, тихий — это относительное понятие, когда речь идет об оружиях, но шум от дула Хэмптона не намного больше, чем от звука кашля. Он стреляет картриджем 45-го калибра автоматического кольтового пистолета, делая его менее стремительным, чем большинство винтовок, но он компенсирует точность, чего нельзя достичь кулаками.
9-миллиметровый пистолет Р-38 «Шепард» — это небольшой тяжелый автомат, который использовался союзными десантно-диверсионными отрядами во время Второй мировой войны. В его магазинной коробке помещается 10 патронов, и он может снабжаться глушителем. Из-за того, что это револьвер, он не может быть достаточно тихим, но его простой дизайн представляет более различные виды боеприпасов, чем большинство автоматических пистолетов. Некоторые сведения об огнестрельных орудиях. Если параметры динамического датчика не указаны в меню, то ты можешь сам точно определять размеры своего датчика. Чем больше датчик, тем менее он эффективен. Следующая функциональная клавиша очень важная. Ты можешь посмотреть все имеющиеся боеприпасы, которые остались. Кроме того, ты можешь посмотреть все функции устройств. Например, это позволит тебе снять с предохранителя беретту и другие модели оружия. Научись проверять свои боеприпасы, перезаряжай оружие между стрельбой, чтобы убедиться, что у тебя не закончатся припасы в самые неподходящие моменты. Ты можешь стрелять через определенные стены и объекты. Конечно, это может повлиять на меткость, радиус и скорость выстрела, но иногда предпочтительно покончить с врагом, пока он тебя не увидел. Приглядывай за этим. Будь осторожен, не порань мирных жителей. Если ты убьешь невинного свидетеля, ты провалишь операцию. Ты также провалишь дело, если 3 и больше свидетелей будут убиты твоими врагами. Если ты будешь сомневаться, посмотри на свой кросшит. Он даст тебе информацию о человеке, с которым ты собираешься дружить. Используй клавишу оружия холстера, чтобы быстрее спрятать оружие. Если твое оружие уже спрятано, то нажимая эту клавишу, ты сможешь посмотреть, какое оружие ты использовал в прошлый раз. Hmm.
Давай поговорим о беретте. Это беспроигрышный вариант. Лучшее оружие для самозащиты. Без проблем может отстрелить замок. Конечно, чем сложнее механизм замка, тем дольше тебе придется с ним возиться. Помни, что беретта может отстрелить только внутренний замок. Беретта также может использоваться в качестве оружия после того, как ты нажмешь кнопку «Следующие функции». После того, как ты обнаружишь противника, сделай разрез лезвием и пусти яд в его кровь. Это смертельно. Лишняя мелочь может очень пригодиться, когда вам нужно кого-то отвлечь. Попробуй бросить эту монету, чтобы отвлечь внимание охранника. Попробуй не бросать ее на высокий выступ. Somebody over there. Oh well. Well.
Рассудительный агент не оставляет лежащие трупы, так как они вызывают подозрения. Судя по твоим делам, ты не будешь убирать тела, поэтому мы пришли к тебе с этим специальным порошком для уборки тел. Посыпь немного этого средства на мертвую ткань. Труп испарится почти немедленно. Все готовы идти? Ну, удачно вам выполнить задание, возвратиться целыми и невредимыми. Разведка обнаружила, что американский посол Западной Германии Моррис Монро приговорен к смерти организации, называющей себя ХАРМ или ХАРМ. Предполагается, что покушение будет совершено в последний день его предстоящего отпуска в Марокко, когда он будет выходить из гостиницы. Возможно, убийц будет несколько. Монро в обязательном порядке должен пережить нападение. Предупреждаем, что посол крайне близорук и почти глух, так что вы не сможете полагаться на него, чтобы определить, что он в опасности. Вы будете находиться в жилом доме через дорогу от гостиницы. Ваша задача – перестрелять убийц до того, как они ликвидируют Монро. Так, ты развлекаешься? Безусловно. Уверена, что тебе не скучно? Я ждала этого шанса почти 4 года. Думаю, смогу выдержать еще полчаса. Хорошая девочка, ты взрослеешь. Чего ты добьешься, говоря о предателе? У нас не впервые просачиваются сведения, и это по-прежнему причиняет нам беспокойство, мягко говоря. Это случалось и раньше? Однажды, несколько лет тому, мы потеряли нескольких секретных оперативников в Стамбуле. Выяснилось, что их скомпрометировал личный помощник главы. Он продал нас за жалких 50 фунтов. 50 фунтов? Поразительно, не так ли? Жизнь профессионалов стоит таких жалких грошей. Но шпионов редко награждают за их измену. Я не удивился бы, если бы этому новому кроту заплатили совсем мало. Надеюсь, когда они схватят этого мерзавца, то пустят ему пулю в лоб или надают хорошенько по заднице. Ты хочешь вызваться добровольцем? Я опасна, когда расстроена. Вот почему ты всегда попадаешь в беду. Ладно, Монро направляется в кафе, наблюдай за ним на втором этаже патио с левой стороны. Как насчет мишени? Еще не уверен. Извините, у вас есть время? Нет у меня 10 центов, и я не привык помогать нищим. Не 10 центов, а время. Не привлекайся со мной, иначе я прикажу арестовать тебя. Ты что, оглох? Как ты смеешь мне угрожать? Это не твое дело. Трус! Ты хотел бы, чтобы я назвал тебе мишень? Было бы прекрасно.